Здравствуйте, дорогие друзья, милые рукодельницы, спасибо, что заинтересовались моим видео. С вами Оксана Перуцкая и канал «Нитка-ниточка». Сегодня на ваших глазах я буду собирать детали своей новой летней футболочки. И, конечно, это продолжение нашего разговора. Начало его вы можете увидеть в моем недавнем ролике «Что вяжу? Процессы», который будет первым в нашем инфобоксе сегодня. И затем мы, конечно, с вами постираем мою футболочку и завершим это видео примеркой. Посмотрим, как она сидит на фигуре. Итак, мы начинаем. Я хочу напомнить, какая вещь стала прообразом моей летней футболки. Отсюда я взяла узор и горловину. Все остальное мне пришлось изобретать самостоятельно, потому что я немного была ограничена в количестве пряжи. И это выяснилось, когда перед и спинка были уже связаны. Ну и в том самом предыдущем видео я говорила, что не хотела бы, чтобы она была такая короткая. Хотя, в принципе, длина рукава мне нравится, но пришлось немножечко его изменить. Вот такая у нас обложка. Журнал «Вязание. Ваше хобби». Пятый за 2005 год. Спасибо авторам, что придумали такую замечательную футболку. На этом этапе у меня готовы перед, спинка и два рукава. Мне захотелось сделать вот такую интересную верхушку у рукавов. Когда я дошла до той высоты, которая устраивает меня в моем случае, я решила вязать короткими рядами. И сама того не желая, посмотрите, получила вот такое красивое декоративное завершение моего рукава сверху, потому что когда мы с вами вяжем короткими рядами, то у нас вот в моменте поворота получается вот такая как бы дырочка, отверстие, которую мы затем должны с вами как-то спрятать. И вот момент, когда мы хотим это сделать, превращается в две петли вместе, и вот такая вот очень красивая получилась дорожка из этих наклонных петелек. Я очень рада, что это будет дополнительной декорацией моего рукава сверху. Еще мою работу с журнальным вариантом объединяет то, что на рукав и на полочку со спинкой я набирала точно такое же количество петель. Это во-первых. Во-вторых, я делала вот здесь убавки до талии, как задумали авторы этой работы. И потом я делала уже прибавки. Но в отличие от оригинала не стала вывязывать пройму. И у меня здесь все идет после последней прибавки просто напрямую. То есть полотно никак не изменяется. Горловину я еще не закончила. Буду заканчивать ее уже сейчас по ходу дела во время съемки. И вы видите вот эти милющие отверстия, дырочки, которые будут украшать лицевую гладь. Слегка я здесь помучилась с узором, но как только у вас возникает привычка вязать его, тогда вы уже, скорее всего, не будете даже заглядывать в схему, потому что сам вот этот вот листик, например, или вот эта елочка, они дают вам уже идею, и вы следуете за дорожкой вот этих вот накидов и петель, провязанных вместе. Вязала я из пряжи Yarn Art джинс, 55% хлопка, 45% полиакрила. Цвет чисто белый, очень красивый, белоснежный цвет. Я вязала из этой пряжи мужскую шапочку, ссылку на которую я тоже оставлю внизу в описании. Мужская шапочка и шарфик. Авторская шапочка. Шарф обыкновенный, связанный английской резинкой. Там мы с вами говорим о том, как сделать так, чтобы английская резинка по краям деталей не кудрявилась. И я вам там показываю очень простой и довольно широко известный прием. И в том видео я уже говорила о своих ощущениях по поводу процесса вязания. Когда я держу в руках эту пряжу и вяжу какую-то деталь, мне кажется, что пряжа такая немножко суховатая.
И, возможно, это мое личное ощущение, но если у вас были такие эксперименты и есть такой опыт, поделитесь, пожалуйста, им в комментариях, напишите, как вам чисто физически эти ниточки пришлись ли по душе или тоже казались немножко суховатыми. Из 7 мотков, которые я купила на всякий случай, не для конкретно этой футболки, а просто потому, что они мне понравились, у меня вот, как вы видите, вот такие остатки. И сейчас я, в общем, понимаю, что мне ниток бы хватило, но сейчас мой фасон уже слегка изменен, и я уже настроена на него, поэтому переделывать, конечно, пока ничего не буду. Буду завершать как есть. Я думаю, мне достаточно будет этого небольшого клубочка на горловину, потому что она не широкая, не очень большая. И получается, что новый моток мне не придется начинать. Он пригодится в каких-то других проектах. Если вы начинающая рукодельница, давайте порассуждаем. Вот у меня есть 4 детали. В каком порядке я бы начала их соединять между собой? Ну, у меня на канале есть хорошее видео, я оставлю ссылочку на него внизу в описании в инфобоксе. Оно называется «Как я соединяю детали». Я там на примере разных фасонов вязаных вещей показываю, на доске рисую последовательность, в которой лично я сшиваю детали в зависимости от того, спортивный это рукав или это рукав с окатом, или какие-то другие вариации наших с вами работ. Конкретно в этом случае мне нужно начать с плечевых швов. Они у меня слегка покатые. Несмотря на то, что здесь нету проймы для рукавов, я все-таки решила сделать немножечко убавки по линии плеча. Сейчас я буду соединять плечи, затем до пришивания рукавов я обычно обвязываю горловину, потому что сейчас две мои детали имеют не такой большой вес и объем, какой они могли бы иметь, если бы здесь уже были пришиты рукава. Я делаю это из только таких соображений. Мне будут мешать рукава и объем, который они привнесут в эту готовую вещь. Итак, еще раз повторюсь для тех, кто только начинает пробовать себя в рукоделии, в конкретно вязальном нашем ремесле. Соединяю плечи и затем обвязываю горловину. Процесс соединения деталей я демонстрирую во многих своих роликах. Здесь, если вы впервые на моем канале, расскажу буквально самые главные детали. Во-первых, я люблю использовать спицы и ножилки для того, чтобы они послужили такой своеобразной наметочной иглой. И когда я вот так продеваю эту импровизированную наметку через детали, я совмещаю верхние края моих деталей. Можно продеть подальше, чтобы это была жилка и вот эта часть была более мягкой. Затем я достаю заранее оставленную в конце вязания нить для сшивания моих швов. Обычно эта нить у меня в 4 раза длиннее самого шва. Если сомневаетесь, можете оставить в 5 раз, не жалейте нитку. Если у вас пряжи достаточно, тем более. Я пока еще ни разу не соединяла детали своих вещей иглой. Мне очень нравится, как это быстро происходит с помощью крючка. И для этого не нужно быть опытной вязальщицей крючком. Для этого нужно знать только столбики без накида. Само полотно моей вещи я вязала на спицах номер 3. Для сшивания я беру крючок 3,5. И зацепляя первую петельку за соседнюю, теперь уже петлю второй детали, я начинаю продевать вот так через петельки моей косички,
которая образовалась в результате закрытия деталей. Я беру крайние, соседние между собой стороны моей финальной косички. И вот так, продвигаясь, соединяю мой плечевой шов. После него то же самое выполняю на втором плечевом шве. Здесь очень важно не затягивать сильно, потому что ваше плечо должно иметь такую небольшую, незначительную растяжку. Иначе оно будет слишком выглядеть сжатым и стянутым. Вообще говоря, когда мы шьем вещи, предполагается, что либо на детали спинки в районе плеча, в районе плечевого шва будет сделана выточка, либо плечевой шов спинки делается чуть шире, чем на полочке. Это и понятно, потому что ткань не имеет такой растяжки, как, скажем, вязание. Но когда мы с вами вяжем, вы, наверное, замечали, если вяжете относительно давно, что выкройки переда и спинки в вязании обычно не отличаются. Ну, это и понятно, полотно вязальное более эластичное, поэтому здесь можно не думать о том, чтобы плечо спинки было чуть-чуть на какие-то пол сантиметра, может быть, больше, чем плечо полочки. Плечевые швы готовы. Мы можем посмотреть, как они выглядят с лица. Конечно, сейчас они еще не ровные и не гладкие, потому что работа только завершена, но вы можете видеть, что вид у них очень даже приличный. Так как у меня были задействованы две пары спиц, мне сейчас придется от одной из них избавиться. И вот эти, которые я использовала временно, они слишком тонкие, это двоечка. А скорее всего, я оставлю вот эти, потому что это 2,5. Обычно лучше выглядит горловина, когда она связана на хотя бы половинку номера меньше, чем основное полотно. В любом случае, потом оно слегка растянется и будет иметь такой вид, который мне нужно. Хочу еще показать, что плечевые швы тянутся ровно настолько, насколько они должны обеспечивать свободу, когда я буду носить эту вещь. Теперь у меня в работе только одна пара спиц. Не помню, говорила я или нет, что горловину я не закрывала, но, может быть, вы это и так заметили. И вот здесь, когда мы с вами провязываем эту часть полочки, у нас есть закрытые петли, потому что когда убавки заканчиваются, нам приходится вязать вот здесь по прямой. Поэтому, когда я подойду к этому моменту вязания, я просто наберу спицами отсюда эти петли, и у меня горловина будет полностью с набранными петлями. Как вы видите, горловина довольно свободная вещь, летняя, и поэтому она не должна быть очень маленькой и плотно прилегать к шее. Вот такая у меня получилась горловина, и мне очень захотелось в самом первом ряду, когда я набирала недостающие петельки, связать первый ряд полностью по кругу лицевыми петлями, а затем уже второй ряд полностью изнаночными петельками. И видите, здесь появились вот такие вот ребрышки, в том месте, где мой изнаночный ряд соприкасается с последующими лицевыми петлями резинки, получились вот такие вот имитирующие кетлевку петли. Они не выглядят как стопроцентная кетлевка, потому что после ложной кетлевки должны идти только лицевые петли, а здесь у меня резиночка. Но все равно мне показалось, что это такой интересный декоративный элемент, и я решила оставить именно так. После завершения горловины я пришила рукава и только потом стала соединять боковой шов.
Видите, боковые швы у меня связаны не по прямой. Это еще один элемент, который объединяет мою вещь и ту, которую мы с вами видели в журнале. Потому что боковые убавки и прибавки я делала ровно как задумали авторы этой модели. Честно говоря, это первая моя работа, которую я вяжу таким образом. То есть обычно, если рукав спортивный, то и боковой шов вяжется по прямой. Здесь у меня полуспортивный рукав, потому что у него есть небольшой изгиб поверху рукава, и при этом мне захотелось оставить убавки и прибавки до талии и после нее, как задумали авторы. Посмотрим, как это будет смотреться на фигуре. Вот так выглядит шов рукава. До этой части он связан, как задумали авторы модели. То есть здесь очень хорошо по шву совпадает узор справа и слева. И вот так выглядит боковой шов на основной части этой футболочки. Я вязала в точности, как было описано в журнале, но видите, вот этот вот листик почему-то куда-то слегка ушел. Теперь я отправляю футболку в стиральную машинку. Как я стираю вещи обычно, вы можете посмотреть в моем ролике. Ссылочку на него я оставлю внизу в описании. И после того, как она высохнет, мы будем ее примерять. А вот и мы. Футболка готова. Она очень свободно облегающая. Смотрите, не прилегает к телу, что, в принципе, очень выгодно нам для летней жары. Длина рукава, как вы видите, практически составляет половину готовой вещи. Расскажу немного о том, как я ее стирала. Многие мои постоянные зрители знают, что стираю я обычно в машинке, в режиме шерсти. Но у нас с вами сегодня хлопок, и у меня, конечно, был вариант постирать в режиме хлопка на те же самые 30 градусов, или все-таки пойти проторенной дорожкой, и поскольку предыдущие хлопковые льняные свитера я тоже стирала в режиме шерсти, он облегченный и щадящий, я могла выбрать и его тоже. А в этом случае, постирав в режиме шерсти, и получив очень влажное, не выжатое по-настоящему изделие, я включила на машинке отжим, который у меня продолжается 15 минут, и все, как вы видите, прошло успешно. В следующий раз, когда я буду стирать ее, я постираю в режиме хлопка и посмотрю, как будут эти два варианта стирки для конкретно этой вещи работать. Должна сказать, что в последнее время вязальные казусы стали особым видом моего развлечения, конечно, в кавычках. Не обошлось без курьезов и с этой футболкой. В тот момент, когда она уже была соединена полностью, и у нее была связана горловина, которая мне очень нравится и очень-очень меня устраивает, на спинке, в самом ее центре, я обнаружила отсутствие одной из вот этих декоративных дырочек. Если вы смотрели мой последний ролик «Что вяжу? Процессы», то вы знаете, что я уже умею брать себя в руки. И в этом случае мне пришлось полностью переделать предыдущие процессы, перевязать горловину. И, в принципе, я теперь вижу и убедилась в который раз, что любая переделка идет, в конце концов, вещи на пользу. Я взяла спицы 2,25, и горловина получилась еще лучше предыдущей. Я надеюсь, что в дальнейшем казусы будут случаться еще не раз, и рассказывать я о них буду с еще большим удовольствием, потому что в комментариях к предыдущим видео девочки активно благодарят за то, что я рассказываю именно об этих небольших нестыковочках. Это позволяет им более активно взяться за рукоделие, переделать, доделать, распустить то, что не нравится, и идти вперед в нашем любимом творчестве. Я надеюсь, что вам все сегодня понравилось, и вы получили очередную порцию сладкого вдохновения, которое вы немедленно превратите в новые красивые рукодельные изделия.
С вами была Оксана Перуцкая, канал «Нитка-ниточка». Если вы новый зритель на моем канале, подпишитесь. Если хотите сохранить это видео в своем кабинете, поставьте лайк. Все эти лайки я вижу. Пишите комментарии. Я на них отвечаю очень быстро и с удовольствием. Давайте делиться новостями из наших с вами творческих работ. До скорой встречи. Пока.